Воспитание патриотизма среди студентов. Обсуждению этой задачи была посвящена встреча в Евразийском национальном университете. Будущие специалисты в области международных отношений, историки, журналисты, политологи встретились с учеными и политиками. Инициатором собрания стали сотрудники кафедры Ассамблеи народа Казахстана, созданная при университете год назад. Проводится в преддверии 21-й сессии Ассамблеи народа Казахстана. Мы обсуждаем такие проблемы, актуальные проблемы, как формирование нового казахстанского патриотизма, особенности формирования полиэтнического общества, обсуждаем религиозные проблемы. Такая встреча, она нужна, потому что это, в первую очередь, военно-патриотическое воспитание, любовь к родине. Это уникальный институт. Потому что мы, военные люди, особо понимаем, потому что связано с тем, что если единство есть в стране, есть благополучие, есть стабильность. Потому что эти войны, которые вот сейчас у нас происходят, к сожалению, в наших соседних странах, вот эти конфликты, разве это к хорошему приводит?